Есть большая проблема на улице Терской, на аллее. Вроде бы как эта зона очень хорошо обустроена для прогулок, но в вечернее время тут очень страшно ходить и невозможно, потому что вот вы видите фонари, но света от них на самом деле ноль. Они не дают освещения никакого, и деревья, вот я не знаю, может быть, их пустили в рост, но раньше я помню, что они были круглыми, обстриженными, то есть и большие разрастающиеся деревья закрывают свет, и очень тусклые лампочки. Мне кажется, что тут просто можно будет скоро собирать репортажи об изнасиловании девушек, ну серьезно. Вот. Вот так вот. Может быть, эта проблема есть еще по другим улицам, но так как я по этой улице гуляю часто, она мне бросается в глаза.